Ребят, всем привет, и это видео у нас будет посвящено, вообще оно должно было быть посвящено тому, что же носить в учебные заведения, но вы меня просили конкретно про школу вам рассказать, и я вот тоже так подумал, я уже заканчивал универ, да, я школу закончил уже давно, и в универе-то никаких вообще сложностей нет по поводу формы, там вообще нет формы, носи что хочу и радуйся этой жизни, а вот когда я учился в школе, у меня тоже возникало огромное количество вопросов, что носить можно, что носить нельзя, что вообще можно попробовать, да, чтобы не носить, знаете, вот эти вот базовые жилетки, кардиганы, я не знаю, какая конкретно у вас форма, но в этом возрасте хочется, знаете, именно самовыражаться, даже не потому, что эти вот жилетки такие плохие, а потому, что вы хотите учиться проявлять свой стиль. Я вас прекрасно понимаю, это видео будет посвящено именно вам, тем, кто учится в школе, либо тем, кто отводит своего ребенка в школу. Я знаю, такие люди смотрят мои видео, вы мне тоже писали о том, чтобы я вам рассказал, как же одеваться в школе. И вот это видео настало. Это первая часть этого ролика, где мы поговорим про общую концепцию школьного гардероба, а во второй части я уже пройдусь по магазинам, максимально вот таким вот, знаете, простым, недорогим, базовым масс-маркетом, и мы с вами соберем конкретные луки, на которые вы сможете уже ориентироваться и покупать либо что-то такое же, либо что-то приблизительное. И чем больше лайков, конечно же, вы соберете, тем скорее эта вторая часть выйдет, потому что именно ваша поддержка, она мотивирует меня снимать какие-то ролики, ваша активность, ваша поддержка здесь, в Инстаграме. Большое, серьезное спасибо за... От вас исходит такая активность и фидбэк, потому что именно это заставляет меня сейчас снимать видео чаще, чем раз в месяц или неделю. Ну, вы сами видите, я думаю. Начинаем, кстати, как всегда, с того, что на мне. А на мне базовая такая рубашка от Calvin Klein, это первая линия. И это не лучший пример того, что носить в школу. Она подойдет нам с вами под школьный гардероб, о чем мы поговорим позже, но если вы одеваетесь в школу, то не смотрите на первые линии, на люкс в принципе. Я бы вообще смотрел только, наверное, на масс-маркет, честно говоря, и об этом мы с вами поговорим именно сейчас, почему именно так. Но начать стоит с того, что вы должны понять, насколько строго к форме относится в вашем учебном заведении. К примеру, я знаю то, что у некоторых вообще никакой строгости нет. И вы можете приходить в том, в чем хотите вы, по сути, да, и вы просто должны соблюдать какой-то формальный стиль. А у некоторых, наоборот, требуют конкретно определенную жилетку, либо кардиган, либо какие-то, возможно, значки прицеплять. То есть, если значки, то это еще ок, мне кажется, да, но если конкретная жилетка, либо что-то такое, то я советую на вашем месте просто пообщаться с кем вообще, классный руководитель, завуч, директор, кто вообще в школе как бы находится, да, кто там главный, и поговорить о том, что вы хотите просто одеваться формально, вы будете соблюдать вообще все правила дресс-кода, но в то же время вы просто хотите, да, проявлять свой стиль, учиться как-то на всем этом, и у вас не будет никакой, знаете, этой экстра-модной эклектики в виде кроссовки с брюками, у вас не будет вот этих вот рваных драных джинсов, то есть у вас все будет нормально, умеренно и классно, и в то же время вы будете действительно как бы хорошо выглядеть. Поэтому, если вам разрешили, то смотрите это видео дальше. А если вам не разрешили, то, ну блин, ребят, вам придется что-то из этого видео как-то пытаться перенимать под себя. А вообще лучше всего покажите-ка мой канал и скажите, вот я смотрю его, и если я смотрю вот этого парня, то уж знаете, мне можно в этой жизни все в плане стиля и одежды. Потому что как хочу, так и одеваюсь. И вдобавок я буду соблюдать ваш общий дресс-код. Поэтому долой жилетки, долой кардиганы, долой полноценную унификацию. Мы развиваем свой собственный стиль. И давайте начнем конкретно уже с одежды. Первое, на что стоит обратить внимание, это костюм. Вы спросите меня, Женя, почему именно костюм? Это же, наверное, самый дорогой предмет гардероба и... Он же такой не универсальный, но здесь вы будете ошибаться. А нам с вами нужен обычный повседневный костюм. Черный, темно-синий, либо какой-либо серый. Обратите внимание на три вот этих цвета и на все их оттенки. А что нам нужно с вами дальше? Нам с вами нужно понять, какая длина брюк у нас с вами будет. Длина брюк на данный момент позволительна в двух вообще вариантах. Первое, это когда брюки складываются в одну-две складки на вашей обуви. Это вообще самая стандартная длина брюк, и поэтому она такая достаточно скучная.
скучное. И самое актуальное и хорошее на данный момент сейчас длина брюк, в особенности в школу, это укороченные брюки, которые слегка оголяют вашу щиколотку, благодаря чему у вас обувь остается открыта, и вы на ней делаете отличный такой акцент. Выглядит это максимально стильно и актуально на данный момент. И, кстати, это актуально уже не один сезон, поэтому эти брюки у вас будут служить еще несколько лет точно. Поэтому что нам с вами нужно? Обычный простой костюм. Кстати, также его большой плюс в том, что если вы поймете то, что костюм это вообще не ваш стиль по жизни, да, и после школы либо внешкольное время вы не хотите его носить цельно, то вы можете носить отдельно блейзер и отдельно брюки, и уже составлять с ними огромное количество эклектичных крутых сочетаний, которые будут выглядеть максимально стильно и круто. Следующее, что нам с вами нужно, это просто верх. Что нам из верха нужно? Ну, начнем с банального. Рубашки. Конечно же, рубашки нужны нам с вами. Нам нужны с вами рубашки не все, а только regular и slim fit. Regular – это то, что на мне сейчас. Это максимально простая, обычная рубашка. Она свободная, она настолько классическая, то, что к ней не придраться. И на данный момент это самый актуальный вид рубашки, потому что в моде оверсайз, в моде свобода кроя. Но в данном случае, если мы идем с вами в школу, мы не берем никаких оверсайзов. Мы берем рубашку по размеру regular. Она у вас будет хорошо смотреться в плечах, но когда вы будете заправлять, она будет все равно достаточно свободной, вам в ней будет комфортно. Рубашка Slim Fit – это рубашка, которая идет чисто по телу. И она тоже имеет место быть, они также актуальны на самом деле и хорошо выглядят. И для школы это вообще самое то. Плюс на многих они выглядят очень даже хорошо, отлично, и, скорее всего, вы будете ей довольны. Дальше – футболки. Какие футболки нас с вами интересуют? Максимально простые, базовые, однотонные. Вы мне скажете: «Жень, футболка под блейзер, да как так? Меня же так не пустят». Но, во-первых, да, это, наверное, немного эклектично до сих пор для многих, хотя в этом нет ничего такого, это просто футболка, и если так по-древнему мыслить, то ее вообще не стоит носить. Футболка когда-то в истории моды вообще была нижним бельем, ее не было принято носить просто так. Футболку мы с вами все-таки возьмем какую-то, знаете, белую, черную и какие-то, возможно, другие цвета базовые, которые вам подходят по вашему лицу, цветотипу, хотя я против теории цветотипов, но, возможно, у вас есть какие-то цвета, которые вам нравятся очень сильно. К примеру, это может быть цвет хаки, либо какой-то бургунди цвет. Посмотрите на эти цвета. Вот. И приобретите их. Почему их вообще стоит приобрести и носить, и как вообще аргументировать появление в этих футболках, поверх которой будет блейзер? Все очень просто. Осень, сентябрь, октябрь – это очень жаркая пора. И ходить в рубашке, поверх которой будет еще блейзер, это очень некомфортно. И просто в рубашке тоже зачастую некомфортно. Поэтому мы берем с вами футболку, на нее накидываем легкий блейзер, идем с вами в школу. Все как бы круто, классно, но когда мы садимся с вами в кабинет, где нет кондиционера, и вам становится очень душно, жарко, неприятно, мы снимаем блейзер и спокойно сидим себе в базовой футболке. Она не вызывающая, она не выглядит просто как футболка, помятая с кровати, и вы выглядите отлично, прилично, и как бы никаких проблем не возникает. И следующее, что нам с вами нужно, это просто блейзер. Да, если вы купили костюм, то у вас уже есть блейзер, но я бы себе приобрел в любом случае просто черный блейзер, потому что черный блейзер актуален всегда. Поверьте, вы закончите свою школу, и он у вас будет жить 1, 2, 3, 4, 5 лет. Он будет у вас жить бесконечно. И я сам к этому как бы пришел, потому что я понял то, что черный блейзер – это просто та вещь, которая идеально разбавляет любой лук. Вам кажется он скучным? Накиньте черный блейзер. Черный блейзер, да, это скучно, но любой лук выглядит гораздо более стильно, и это решает действительно очень многое. Что же не стоит покупать? Нам с вами не нужно покупать аляпистые футболки ярких экстрамодных цветов. Вы знаете, часто в моду входят прям такие странные цвета, которые на самом деле крутые, да, там неоновые какие-нибудь, но, ребята, это неформально, такого вообще делать не нужно. Дальше, нам с вами не нужно покупать футболки с принтом. Принт это неформально, это как бы ок за пределами вашего учебного заведения. В учебном заведении вы появитесь в ней, и вас заставят переодеваться. Дальше. Рубашки. Рубашки все вообще трендовые, забудьте о них. Рубашка в полоску ярко выраженную, да забудьте вы о ней. Это вообще не школьная форма, это не формальный предмет гардероба. Она хорошо и уместно выглядит только в офисе, в каком-то высшем учебном заведении, но не в школе. Это вообще не школьный предмет гардероба. Оверсайз рубашки – это тоже неформально, такого не нужно делать. И еще тренд на
то, чтобы заправить рубашку наполовину. Это все классно выглядит, безумно круто выглядит, но это, опять же, неформальный стиль, и, скорее всего, вас заставят ее полностью заправить. Так делать тоже не нужно. Не нужно вообще, вы знаете, делать экстра модные трендовые луки. Это неформально. Так не нужно одеваться, если вы собираете себе лук в школу. Вы это должны действительно начать понимать и переносить вообще все на именно ту среду, где вы будете находиться. И вообще главное вообще в образе, он должен выглядеть уместно. Если вы идете в школу, то вы должны понимать, ваша оверсайз рубашка наполовину заправленная, еще и в полоску. У меня есть такой лук, он мой любимый, но он вообще не школьный. Вы должны это понять. Школьные луки – это другая концепция. Ребят, достал несколько вещей, проведу сейчас маленький гайд по полоске. Смотрите. Вот это два варианта полоски, да? Вот какой, по-вашему, можно носить в школу? Правильный ответ – никакой. Объясняю. Смотрите, эта полоска ярко выраженная. Она вот такая вот прямо хорошая полоска. Она в школе будет выглядеть неуместно. Нас с вами интересуют однотонные рубашки. Кстати, горох в школе тоже будет неуместен, поэтому откажитесь от него. А вот это, опять же, очень крутой блейзер. Он выглядит безумно стильно и классно, но это тоже не школьный вариант. Для школы нас с вами интересует обычный блейзер без каких-либо полосок. Но в полоске есть исключения. Экстра тонкая полоска на рубашке имеет место быть. То есть, видите, она здесь есть. И это хороший вариант. Также будет хороший вариант полоска, которая будет вообще как пунктир. Знаете, такая тоже есть, она точечками какими-то состоит. То есть, вообще, чем полоска меньше, чем она менее вызывающая, тем на самом деле лучше. И это возможно все только на рубашках. Блейзеры только однотонные, только максимально простые. Также варианты блейзера в клетку, их тоже не нужно вообще примерять в школу. Это не школьный вариант, поймите это. Окей, ладно, с верхом мы разобрались, дальше низ. Ну, здесь все очень скучно. Нас с вами интересуют брюки и брюки чинос. Обычные брюки – это обычные брюки. Мы уже поговорили о том, какими они должны быть. А брюки чинос – это, ну, я не знаю, как это назвать, что-то среднее между брюками и джинсами, как бы для меня. Я их не полюбил на себе конкретно по определенному количеству причин, но, возможно, полюбите вы. Брюки чинос – очень универсальная, на самом деле, вещь. У большинства в гардеробе они заменяют деним и выглядят очень хорошо, уместно, поэтому почему бы их не попробовать. А вот что не стоит пробовать, это деним в любом его проявлении. Обычный черный деним — это неформально. Вот серьезно, понимаете, я его могу еще как-то тоже носить, да, но я не учусь в школе. В школе это неформально, даже в максимально черном, либо каком-то сером цвете. Поэтому давайте мы так делать не будем, откажемся также от денима. Также мы откажемся с вами от огромного количества фантазийных крутых брюк. Так я назову брюки экстра широкие, либо экстра узкие. Вы меня часто спрашиваете: Женя, где ты купил те, либо те брюки, и все эти брюки... Они необычные. Я понимаю, почему вы спрашиваете, где я их купил, потому что они выглядят круто, стильно, модно, и любой лук выглядит с ними офигеть, как вообще шикарно, да, но в школу я бы так не пошел. В школу я бы выбрал обычные брюки, либо прямые, либо slim fit, но никаких широких брюк, никаких экстра узких брюк, никаких экстра укороченных, либо экстра удлиненных брюк я бы не смотрел никогда, если бы я шел на данный момент в школу, потому что, опять же, это будет выглядеть максимально неуместно и глупо. Это круто выглядит за пределами школы, на каком-то фэшн-мероприятии, либо в фэшн-инстаграме, но никак не в пределах школы. Окей, с низом мы тоже разобрались, я думаю, все понятно. Дальше обувь. Из обуви нас с вами интересуют три вещи. Первое – это туфли. Туфли, какие они должны быть? Это не должны быть вот эти вот, знаете, туфли из раздела. Вот этот вот тот самый магазинчик под вашим домом, который торгует обувью. Нет, это должны быть дерби, либо оксфорды на такой хорошей массивной подошве, которая будет отлично сочетаться со всем. Кстати, многие думают, что это тоже максимально формальная обувь, но это не так, потому что она будет у вас отлично служить и создавать эклектичные образы в дальнейшем. Отличная, хорошая массивная подошва – это круто. Главное, не смотрите на вот эти вот все туфли на тоненькой подошве. Это будет большая ошибка с вашей стороны. Ищите на действительно хорошей подошве, которая будет видна.
Окей, с туфлями все, в общем-то, понятно, да, кстати, где их купить, а я не знаю, я это видел только, честно говоря, бюджетные в магазине Zara, поэтому я бы посмотрел, что продает Zara, как они выглядят, да, и посмотрел бы, наверное, в других магазинах, потому что вряд ли кого-то из вас устроит качество такой обуви из магазина Zara, поэтому да, посмотрите-ка в других магазинах, я думаю, так будет, наверное, все-таки лучше. Так, что у нас... Кеды. Кстати, кеды – это действительно хороший предмет гардероба, но вы должны понять, сейчас я вам покажу. Вот смотрите, вот у меня тут конверс, да, эти Камдагасон, всеми вами любимые, потому что вы любите это сердечко. Мне оно тоже безумно нравится, но я бы так не пошел в школу. Вы думаете, это школьный лук? А, нет, это не школьный лук. Единственные кеды, которые в школу будут позволительны, думаете, это? На самом деле почти. Почему нельзя носить Стэн Смиты в школу? Потому что они обладают явно какими-то такими яркими деталями. Тут еще и Стэн Смит у меня написано. Такого делать не нужно. Что нас с вами интересует из кеды? Это кеды по типу Common Project. Честно говоря, я не знаю бюджетных альтернатив, буду честен. Но посмотрите вообще альтернативы по типу вот тех кед, которые я вам сейчас покажу. И такие кеды будут уместны. Потому что они максимально нейтральные. Они выглядят по сути как туфли, но они удобные. К примеру, я не могу ходить в классической обуви. Я ее вообще не люблю, да, понимаете? И поэтому я хожу всегда в кедах и кроссовках. Вы меня увидите в классической обуви в один из 10 дней. Вот серьезно. Поэтому я бы тоже искал себе какие-нибудь кеды по типу Common Project, какие-то, которые меня бы устраивали по качеству и по внешнему виду были бы похожи. За такие кеды никто к вам вообще не придерется. И слепоны. Я слепоны никогда не носил, потому что мне никогда не нравились, но вообще они хорошо смотрятся на самом деле с костюмами, с брюками и вообще совсем. Плюс они удобные, плюс в них комфортно, и это действительно выглядит круто, поэтому советую обратить внимание на слепоны. Я думаю, многим из вас они подойдут как предмет гардероба. А вот что действительно не стоит покупать, как я сказал, это различные яркие такие непонятные кеды, кроссовки типа конверсов. Это очень круто, но это не в школу. А, кстати, если вы девочка, то никогда не покупайте балетки. Я уже не буду объяснять, почему. Потому что я уже много раз говорил, почему не нужно носить балетки. Это отвратительная обувь. Это самое худшее, что существует в женском гардеробе. И если вы, кстати, мальчик, то не носите мокасины. Вот, это два таких стильных ярких нет. Мокасины у мальчиков, балетки у девочек. Потому что балетки у девочек легко заменяются любыми слепонами, слиперами и чем-то там еще, а мокасины у парней заменяются лоферами. Лоферы — это отличная, идеальная вариация мокасинов, но они такие максимально строгие, красивые, крутые. Это, кстати, одна из вариаций туфель. И еще под туфли можно сюда записать туфли-монки. Они тоже выглядят хорошо, стильно, у них такая вот застежка сбоку. Выглядит это очень интересно, красиво, и вот мне они нравятся, я бы их себе приобрел в школу. И, по сути, наверное, на этом, пожалуй, все. Я думаю, в скором времени мы с вами снимем вторую часть, как я уже сказал. Поддержите меня всего лишь лайками, пальцами вверх, и это видео выйдет уже очень скоро. А на этом, пожалуй, все. Надеюсь, это видео было для вас полезным, информативным, и всем пока.